Итак, уважаемые дамы и господа, битва продолжается, и вновь в программе «Смешанные единоборства», а именно трехраундовый поединок в легчайшем весе. И добро пожаловать в синий угол клетки, боец из Узбекистана, Холмурод Нурмурада! Добро пожаловать, представитель Казахстана! Встречайте, Бахтияр Несипбек! Боец в синем углу. Ему 25 лет. Рост 165 сантиметров. Вес 60,45 килограмма. Его профессиональный рекорд – 2 боя, 2 поражения. Он мастер спорта по грэпплингу и джиу-джитсу, рукопашному бою и ММА. Представляет бойцовский клуб «Легион» из Ташкента, Узбекистан. Холмурод Нурмурадов. Его соперник в красном углу клетки. Ему 21 год. Рост 168 сантиметров, вес 60 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд 6 побед и только одно поражение.
Он чемпион мира, обладатель Кубка мира, Европы и Азии. Понейбукан Годзюрю Каратэдо, чемпион Казахстана по джиу-джитсу, представляющий село Узынагаш, Казахстан. Приветствуйте, Бахтияр Несипбек! Реверри боя Жанарбек Чакаев. Бойцы, правила боя знаете. Регламент боя 3 раунда по 5 минут. Затылок не бьем, позвоночный столб не бьем, сетку, шорты, шингерки не хватает. Партеры времени ограничены. Активных действий не будет, я поднимаю. Внимательно слушай меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Все ясно? Покажите достойный красивый бой. Удачи! По углам! Thank you.
20 секунд! Награждение! Добро пожаловать в октагон! Почетный гость турнира Али Жуматаев и также почетный гость Арман Мырзабайлы Тукаев.